Друзья, добрый день. Мы гуляем. Гуляем, отдыхаем. Наши мужчины сегодня не воспитаны как-то. Баша еще еле-еле ручкой махнул. А я с утра здоровался. А может, тебя кто-то с утра не видел? Всем привет. Здравствуйте. Вон, Коля у меня у Паши взял фуфаечку, вот такую курточку. ААО «Онежский ЛДК». Потому что Паша у нас работает в ЛДК в Онежском. А мы идем к церкви гулять. С вами, наверное, хочет поздороваться. Да, она хочет поздороваться. Я ее засветила, она говорит, я не хочу скукоженным лицом показываться. Как-то. А как это скукоженное лицо? Франта? У меня вечно недовольное лицо. Вот именно, у тебя вечно недовольное лицо. А сделала бы довольную. Как и у родственницы в очках. Давай, иди. А где у тебя родственница в очках? А ты? Да? А я думаю, что, где тут бродит твоя родственница в очках? Нет, не при меня. Слушай, у меня такое чувство, что я говорю, и эхо идет. Иди давай. Куда? Да не буду я тебя снимать, не шугайся. Да я имею в виду, иди давай, в церковь. О. Это мы здесь с тобой гуляли, да? Облепиха-то с той стороны, да? Да, мы с той стороны заходили. Ага. А, здесь нас ждут, чтобы с горки прокатиться. Мы тут вам всю лыжню нарушили. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, а ты говоришь ветер. Ну и где ветер? Ветер у вас у дома или в голове? Ой, как хорошо. Как будто бы, друзья мои, попадаешь в другой мир. Очень похоже на Каргополь. Все окрестности, церкви, все это похоже на Каргополь. Это хоть не к плохому? Это мы правильно сделали? Да, да. Ты камеру-то ровно держи, людям ничего не видно. А я как ее держу? А тут так сикость-накость через сакость. У тебя то лицо скукоженное, то камера сикость-накость. Так, господи! Ты что снимаешь, это у людей еще ее свернуть так. А я что сняла только что? Да? Криво, косо. Да, а я просто на вас заглядела. Да не выдумывай давай. Здесь вокруг очень красиво. Мне нравятся свои домики, частные домики. Вот этот вот, вот этот дом-то продается, да? Дана, этот? А какой-то за 23 миллиона-то? А, подожди, ты говоришь, какой-то дом у церкви продается? Подожди, там люди-то из церкви выходят, Дана? Пришли, говорит, чайку попить. Мне надо у этой шапки вот здесь вот сделать застежку, чтобы мне не дуло. А у меня она сзади, чтобы сделать ушанку. Да, или платочек. Я люблю платочки. Слушай, а что я мучаюсь? У меня же капюшон есть. Нет, ты слышала, как Паша после фразы «Я добрая женщина» Паша такой на заднем плане. Ага. Вот видите, вот дурачится. Мы с Колей сидим, слышим, Дана что-то там Паша уже говорит на повышенных тонах. Коля такой мне, ведьма проснулась.
Коля, у меня такой маленький по сравнению с Пашей. Смотри. Коль, ты что, у меня такой маленький-то по сравнению с Пашей? Вот Паша залезал на тот маяк на высоченный. Паша, ты зачем на тот маяк залезал? Вот на тот высоченный. Так я маленький. А ты маленький залезал? Да. Туда дети ползали постоянно и там все заварили. О-о-о! Мало ли кто свалится с такой высоты. Это сколько ж тебе лет-то было? Лет 12. Это как, наверное, 10-этажный дом, да? С ума сойти, в 12 лет. Вот дети, да? Кстати, ветер-то есть. Посмотри. Даже елки вон колышутся. Ой, друзья мои, как мне здесь нравится. Как мне это Каргополь напоминает? Я скучаю по Каргополю. Где церкви, напоминает Каргополь. Где церквей нет, напоминает Пинигу. Наши все северные края, они все похожи друг на друга. Дома похожи. Люди сейчас, конечно же, строят другие дома. Коттеджи красивые. А вот старенькие дома, они все одинаковые. Вот, например, впереди дом. Вот здесь сейчас мужчины наши стоят. В Каргополе много таких домов. Ну, такого типа. И они считались многоквартирными домами. Вот этих домов вообще в Каргополе навалом, вот точно таких же. А там река? А вы чего, хотите дальше туда идти? Мы вообще далеко уйдем. Мы вообще туда далеко же уйдем, я не хочу далеко. Мы потом обратно пойдем. Гуляем же. Все, мама дорогая, давай пойдем. Начинается опять. Я не хочу так далеко идти. А что, мы вышли пройтись, что ли? Нет, я думала, мы вот так пройдем, нет? И обратно. Пойдем давай. А нас потом в другое место привезут? Деловая такая, да? Меня привези туда, да привези сюда. Вы идите тогда со мной рядышком и тоже разговаривайте. Мы а то иду одна. А вы делаете вид, что вы не со мной. Нет, вы со мной. Все. Блогерша на деревне. Ага. Блогерша на деревне. А здесь, кстати, есть. Вот блогер один мальчик, тоже тиктокер у него. Тиктокер? Да, в тикток он снимает, у него очень много подписчиков. Да ты что? Ну, тикток, видишь, теперь все. А, тикток же да, все. Он такой в классе был, ну и в школе очень популярный у себя, потому что у него подписчиков много было. Ага. А о чем рассказывал? Да, и снимал всякие танцульки. Там упал, тут упал. Может, тебе и лайков насобирал. Ну вот. Я вот на камеру-то не выгляжу как. Вот да, вот такие вот дома, да? А тут рядышком вон какие современные строят. Их два. Вот, вот такой вот домик хорошенький, смотри. Их два одинаковых. А, точно, два одинаковых дома. Комплекты. Ой, как классно. А они не из... Они из бруса или их каркасники? Коля, у нас с Даной вчера вышел спор. И она мне доказывает, что каркасные дома лучше, чем из бруса. Нет, ну брус, видишь, он оседает. Там щели появляются. Все надо... На, конопатить. Конопатить. Конечно. А каркасник не надо? А каркасник, он не садится и не током, и не это. Каркасники рано или поздно все равно утеплитель поползет вниз. Да, но ты же можешь его поменять снаружи. Это же надо разбирать его полностью. А брус может вылезти из стены вон там. Не может. Брусник... Ну где он вылез из стены? Нет, брус это брус, нет. Дана, ты не права. Не, лучше тогда из бревна делать. Брусовые дома тоже нет. Все садятся, ходят в брусе. Ну из бревна это вообще пожилого уже. Видишь, у людей сколько запенено щелей, весь дом в пене. Так эти, ну так что, это нет, там, они... Там меняли что-то, видишь? Это же не из-за щелей запенено-то. Не, я не люблю. Я каркасники не хочу. Себе. Этот берите. Конечно, берите. Коля, ты понял? Берите.
делают еще из этих, как он называется-то? Кирпичи-то большие такие. Пеноблоки. Пеноблоки. А из них как дом? Из него нормальный, мне кажется, там люди строят. Сейчас многие строят из них. Пеноблоки, газоблоки. Чем отличается пеноблок от газоблока? Коля, Паша, вот вы бежите бегом, и у нас создается впечатление, что нам тоже надо за вами бежать. Идите рядом. Муж всегда должен быть рядом. Рядом, я сказала. Зима, рядом. Я сказала. Не май месяц. Чего? А чего? По деревне надо скорее ходить. Не май месяц. Не знаю, мне тепло. Я в теплющих штанах. Ой, смотри, елочка там. Я хочу тебе шубу. Вот идет Ирина Борисовна. Ну я хочу тебе. И шуа. Телеканал Уютный Чили. Короче, чаепитие. Вот. Так. А рядом... Телеканал говорит. А рядом идет Назариха, которая постоянно мерзнет. Иди. Нет, я просто думала, ты сейчас его будешь бить или позже? Позже, успеется еще. Хорошо. Ой, какой. А вот я вот такие дома видела в Каргополе, вот с такими же вот верандочками. И в Пиниге видела. Видишь, какая красивая, это что тут ели или что это пихта? Вот смотри, я сначала твое внимание вот на тот дом обращу. А я уж его 50 раз видела. Конечно, вот он мне это нравится. Зайчик там, снежная баба, там елочка с белым медведем, вон, видишь? Сосны около дома. Подожди, это же не сосна. Это же не сосна. Это пихта, да? Так красиво, да? Ух ты. Ой, там Дед Мороз, правда? Вот так вот надо снимать. О, идешь, и все видно. Да, а я вверх поднимаю наоборот. Слушай, как здорово, посмотри, какая. Женщина, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к жизни в деревне? Очень хорошо. Приходится ли доить коров с утра до ночи, чтобы прокормить семью из 20 детей? Нет, приходится доить мужа, который работает с утра до ночи. Главное, чтобы было что доить. Спасибо за интервью. А у них в окошках даже олень. Так у них и в семье, наверное, есть какой-нибудь олень. Зачем? А что, оленей в семье не бывает, что ли? Хоть смешно, девки хоть похохочут, а ты все идешь рассказываешь, снеговик, где Дед Мороз. А у нас олень нарисовался. Сейчас такая в снег упала, как снеговик. Почему нельзя-то? А что, поприкалываться нельзя? Подумаешь! Оленей не встречали. Да буквально, ты знаешь. Ну тут уже такое, как деревня, слушай, такая а серая. Домик вам показать большой. Какой? Большой. Который никогда не будет нашим. А зачем ты это говоришь? А, потому что он чужой. Ага. Понятно. Я думал, он продается. Уже не продается. Собака-то на привязи. Собака-то хоть на привязи? Должна быть на привязи. Коля, ты защитишь меня, если что? Как? Да, конечно. А как? Борисна, беги! Борисовна, беги, да? Быстрее беги! Камеру выключи! Как в этом, в очень страшном кино, тогда бежит с камерой. Помоги! Это пародия, это очень страшное кино. Да, да, да. Ага. Так, очень страшное кино, это пародия на Крик. Чего? Это Калина. Да.
волчья ягода? Ты что, в гостях-то оголодала? Уже зимнюю калину ешь? Это не волчья ягода? Лисья ягода. Не, серьезно. Да это калина, я ела с этого куста. Думаю, что с давлением проблема? Да тут у тебя не с давлением проблема. Да и с психикой тоже. Проблемы с головой. Не знаю, видишь, все пропененное. Я такое не люблю. Пропененное, это не люблю. Все равно надо утеплять. Так что? Но не каркасник. Действительно, он весь каркас упадет. У меня будет каркасный, ничего не упадет. Представь, ты живешь, дом такой, раз осели. Ты что? Стены. Ты видела каркас? Они не осядут никогда. Так, все. Каждый при своем мнении. Иначе чаепитие сегодня будет очень грозное. Очень неуютное, да? Да. Пока мне в огне становится розовым, к морозу. Так морозу завтра сегодня будет. Так что ты рвешься домой-то? Не знаю. Домой охота? Так а куда вы сегодня, в ночи поедете? Ну, в ночь не хочу. С утра езжайте, вечером намоете с бани, с утра езжайте. Я вас отправлю. Что мы там так шепотом совещаемся? Сколько? Полтора шага? Да. Ага. Ага, типа совещаемся, какая харя трясет вперед. Маша, какая? Селедки под шубой, уже скоро треснет. Мою-то харю вчера даже телефон не распознал. Да-да-да. Я, главное, беру, включаю Face ID, а ее телефона не узнал. Я говорю, тоже ли наелись селедки, телефон не распознает. Чувствую, как третья селедка по счету под шубой была лишняя, да? Вот, кстати, я ем только... Нет, я ела селедку, но я гроздь ела одна, гроздь одна ем, никто его не ест. В этой шапке, кстати, похоже на открытки из вот 80-х, 70-х. Вот эти, знаешь, дети-то в шапках стояли Новый год, еще звездочку сюда сверху. Вообще очень похоже. Именно вот поэтому я и говорю, что много кушать вредно. Со звездой такая вышла, а? Еще на что похоже. Не, реально, ну, эти открытки очень красивые были, кстати говоря. Вот эти советские-то, СССРовские-то, помнишь? Вот они в таких же шапках стоят, Новый год поздравляют. Николя! Пабло и Николя. Да? Магазин? Талицкий. Так, и где дом-то, который у вас никогда не был? Все закрылось. Что ж, такую даль у нас на деревне. А там что впереди? Там ничего. Лес? Дома. Лес, а речка где? Вон она. Там поля? Сейчас мы пройдем до этого домика, а потом уже пойдем обратно в реки. Я не пойду с реки, там холодно, пойдем там. Ничего там не холодно. Нет, Паша, хочу там идти. А у тебя подписчики речку там видели? Слушай, я смотрю, видели они или там? Я показывала море. Сразу сколько крик. Да потому что хватит по вашим правилам жить. Два дня мы жили. По вашим правилам. А кто еще по чьим правилам? Два дня мы молчали, нам надоело молчать. Мне кажется, надо насладиться тишиной всем. Немножко. Такая погодка. Идешь, молчишь, душа поет. А люди скажут, что вы молчите? Ну что же, у них душа поет. Тоже помолчат немного. Так они молча и слушают, а мы говорить должны. Не знаю, может, с тобой круто и разговаривают. Почему бы и нет? Очень даже хорошо. Да? Да фу, позорище, конечно, дома-то. Уже все развалились. Ой, что делать? Если у нас... Чувствуешь запах, да? Нет. Идет старых домов. Вон, видишь, какой бревенчатый дом, как сказочка. Где? Вон стоит. Бревенчатый дом, бревенчатый, тоже пропенивают. 8 миллионов. Или 8 7, миллионов? Что-то такое. 7, да? А, ты вот этот дом хотел? Да, да.
или нет? Там баня из бревна. Видишь, ни окон, ничего не сделано. 7 миллионов. Предприниматель кого-то делал, его посадили. Это что? Денег не стало. Так он выйдет и сделает? Он вышел уже, только денег нету. Что-то делать. Видишь, даже он не ставить не может. Значит, такой предприниматель был. Ну, кто его знает? Ведь, знаешь, иной раз это нормальных подставит. С лесом все, что связано, это сама знаешь. Ну, смотри. Такой дом открыл, сколько надо. Для Онеги это дом очень дорогой. Онеги столько домов, Дана, такого типа. Ну не бревенчатые же. Да-да-да, он часто здесь сидит. Да, этот голубь. Сейчас вот приближу. Эти вот ворота, вот это, конечно, уже можно было бы и не так принять. Ну, вот эти верандочки. Не, это очень красиво смотрится летом. Да. Миллиона полтора, наверное, уже. Да, никто не ходит, видно, что заметено все снегом. Жалко, человек строил, строил. А вон река. Но тут в доме еще делов, представляешь, ну, несколько миллионов, да? Это река. Кто-то живет у речки, пожалуйста. Сеточку поставил. А река-то не замерзла? Да? Вот эти вот талые места видно. Налет? Значит, можно провалиться? Прибывает, убывает, лед поддавливает, там же везде камни, с этой стороны она же мелкая же здесь. А-а-а. Лед играет, его ломает, и в этих, ну, в проломах, в трещинах поступает вода. Вот. Тем более сейчас она вот... А на той стороне еще деревни или что? Да. Ну, Онега считается районом, ну, как бы район города они. Прикольно. Как туда добирается? Пешком по льду. А летом? На пароме, ну, так, на этом, на катере. Моста нет. Нету. Ясно. Квартира 150 тысяч. Деревяшки. А, то есть 150 тысяч дешево. Потому что никто там не живет. Угу. О, а уже ветер. Да, ветер сильный. Сейчас будет ветер. Зимой.